Ну, давайте посмотрим еще раз Славянск. У вас там, конечно, ой-ой-ой, вокруг, насколько я понимаю, города, потому что видео выкладывают из вашего города. Правда, не знаю, где человек живет, но, в общем-то, неплохо. Ну, лётает что-то шумно, понятное дело. Нет света, нет воды. Ну, вы как дети хотите все сразу, чтобы осуществили все мечты. А кто-то даже думает, как вернуть вообще прошлую жизнь. Все, прошлая жизнь ушла, не вернется. Идете дальше. Хотя можно вспомнить, о чем мечтали раньше, и постараться эти мечты начать осуществлять. Это очень интересно себе посидеть, подумать, что же я хотела в детстве или хотела. Я очень хотела немецкую куклу. Знаете, такие вот мягкие. В Советском Союзе они были жесткий пластик. А моей соседки, подружки, была мягкая. Ей привезли из Германии, по-моему. И вот я такую куклу очень хотела. Но достать ее у нас и денег у моих мамы с бабушкой не было, чтобы ее купить. Я купила, ну, правда, не немецкую, нашу российскую, но такую куклу, которая мне понравилась. Купила, когда мне уже было больше 50 лет. Поэтому порой очень полезно покопаться. Я понимаю, что кукла мне это не нужна. Но я эту мечту, которая была одна из самых главных, осуществила. Так, как у вас там это все поэзии, сказки? Как у вас там дела-то складываются сейчас? Славянске. А как правильно, Славянск или Славянск? Славянск, наверное. Чтобы у вас стало тихо и мирно, ваша основная цель в вашем городе, вы к ней идете, обходя все острые углы. То есть на данный момент у вас вот как раз и складывается ситуация в городе, когда, ну, относительно нормально. Относительно. Хотя острые моменты бывают. Бахает, бухает, громко где-то, нет каких-то, ну, привычных бытовых условий. Вот. Но при этом в основном в городе довольно-таки спокойная обстановка. Я, конечно, до конца не знаю. Я просто вот смотрю по картам. Это карта мир. Это карта достижения цели, когда хочется, чтобы мир был в городе, да, мирное небо над головой. Вот мир. То есть все, что происходит, как бы происходит по окраинам. И ваш город постепенно продвигается вот между вот этими острыми всякими частями туда, куда стремится, к миру. Как в ближайшее время будет развиваться? Ой, ребята, я вообще даже мне страшно даже только подумать о том, что у вас там вообще, ну, происходит на Украине. Но есть вещи, которые должны случиться, и мы, простые люди, с этим ничего поделать не можем. Что дальше, пока до конца непонятное, что будет происходить, да? Ну, никто этого не может сказать. Но, в принципе, все будет складываться для вашего города максимально удачно. Еще и солнце. Ну, вообще, это еще три старших аркана. Обалдеть. То есть все должно вот сложиться очень хорошо, четко, продумано, с сохранениями всего вашего потенциала города. То есть смотрите, какая интересная вещь. Северодонецк.
ВСУ Северодонецк сдали. Но укрылись на заводе, который там где-то недалеко. Что-то с азотом связанное. По проекту он чем-то напоминает Азовсталь. И вот оттуда ВСУ обстреливают Северодонецк. Но при этом люди и там передвигаются, и живут, и какая-то гуманитарка даже вроде приходит. Ну, что-то такое вот завозят эти гуманитарные эти. Вот. Поэтому, ну вот, карты показывают, что максимально вас будут сохранять, ну, в меру своей возможности. Если кто смотрел мое прошлое видео, теперь отсюда карта. Какое-то одно из прошлых. Я говорила про, как она, Светогорская лавра. Про диакона. Ну что, сгорела церковь, которая деревянная, относилась к этой лавре. Одна из самых больших на Украине и, насколько я знаю, даже в Европе. И одна из самых старых. Вот такое наказание. Посмотрим, что будет дальше. Я не знала, что она имеет с лавры такие большие размеры. Я думала, вот как-то вот центральная вот эта часть, и в принципе все. Ну, интересно, как ее состояние. Воспитательный процесс идет, называется, для батюшек. Так, какая есть опасность для города? Ну, только страхи. А так все будет идти спокойно своим чередом. И прилеты. Ну, бомбежки, я так сомневаюсь, что прямо будет прямо с самолетов в город бомбить. Это нереально. У ВСУ, по-моему, нет такого количества самолетов, а россияне этого делать не будут. А вот снаряды, да, будут прилетать. Будут ли в городе разрушения? Информация закрыта. Информация закрыта о чем? Да, в принципе, что у вас и разрушений особых таких не будет. Ну, серьезных. Но опять же, я еще раз повторяю, тоже в каком-то видео говорила. Для нас, для каждого из нас потерять дом – это катастрофа. Для высших сил это ничто. Это урок и начало новой жизни. Как-то видела давно уже, много лет назад, в Америке. У них там есть, вот где проходят постоянно смерчи. И там не позволяют строить дома, как наши, которые не сдует. Вот, и в один городок мужчина, на тот момент ему было 60 лет, дом полностью разрушен. И у него спрашивают, а как теперь вы, что дальше? Ну, говорит, ну что, мне еще только 60. Начинаем новый этап жизни. Так что, что бы ни происходило, главное сохранить жизнь себе и своим близким. Вот это самое главное. Так, как будут складываться дела для ВСУ в вашем городе? У меня такое впечатление, что очень серьезно что-то изменилось на фронте. Ну, прямо очень изменилось. Пока не могу уловить, что. ВСУ будет сохранять свои все ресурсы. Да, вот они будут максимально сохранять все свои ресурсы.
Уйдут под землю, что ли? В свои эти... А, нет, извиняюсь, я не поняла, не разглядела карту. Хотя она будет... Будут серьезные потери у ВСУ. Хотя, в принципе, в общем-то, неплохо, но из-за не... Из-за того, что не имеют информации определенной, это, конечно, для них будет плачевно. Но при этом... Будет и потери и в плане людских, и, соответственно, боевых ресурсов. Потери будут. И вот это сражение под Славянском для ВСУ очень важно. Вот вышли три старших аркана. Очень важно. Потому что это, опять же, определенный запал эмоциональный на будущее. Это какая-то информация, которая пока закрыта и непонятна. Ну и, так скажем, как это сказать-то, господи, иногда слова выскакивают, не хочется говорить, наверное. Ай. Ну, короче, будет поддержка дополнительных ресурсов и психологической обработки. Вот, чтобы было более понятно. А результат какой-то будет? Разочарование. При всем при этом будет полное разочарование. Как будут складываться дела для российской армии и армии ЛДНР в районе Славянска? Ну, конечно, все не просто тоже будет. То есть для украинской армии будет надежда, но для них закрыта информация. Они чего-то не знают. То, что в результате приведет их к разочарованию. Они будут думать, что они побеждают, но придут к разочарованию. А для России будет определенно указан путь, как этот вопрос решить. То есть для руководства, руководство увидит направление, по которому можно будет решить это все. И опять же, будет использована новая какая-то техника, либо боя, либо какие-то новые технологии. Со многими старыми способами ведения боя, тактики и так далее, придется России распрощаться, пора внедрять новое. Ну и тоже момент разочарования. Я так думаю, что, к сожалению, будет... Много потерь в этом городе. А разочарование – это о чем? Разочарование будет в том, что, ну, не взяли, так скажем, город легко. Пришлось прибегать к помощи всех ресурсов, которые возможны на данный момент. Вот это, ну, только это разочарование. А остальное все четко по пути, по задаче. Новые какие-то технологии будут использованы. Но для города, судя по всему, это пройдет с минимальными, так скажем, потерями. Я так подозреваю, что это будет больше по вокруг города происходить события. Ну, вот такой вот расклад. Желаю вам, вашим родным и вашему городу мирного неба
Вам всем и вашим родным здоровья. Держитесь. Старайтесь максимально себя обезопасить. Особенно те, у кого детки, чтобы вы знали, куда вы можете с ними спрятаться. Это я, наверное, вам уже, наверное, надоело из видео в видео, повторяю. Запас воды, еды, свечей. Сейчас, слава богу, лето, поэтому хотя бы даже в подвалах уже чуть потеплее. Но все-таки удачи вам, держитесь. И держите меня в курсе дел, что у вас происходит. Славянский, потому что верить одним и другим это бессмысленно. Когда непосредственно из города идет информация, вот тогда это более четко. И спасибо вам за доверие. Удачи вам!